Всем привет! Продолжаем собирать мой Mercedes V124 со 102 мотором. В прошлой части мы его разобрали, там мыли, постирали уже вот сидушки, они уже высохли, все. И сейчас вот осталось на них одеть чехлы. Андрианыч с Мишаньки солому вот они уже тут подсобрали. Ковер подстирался. Ну как-то так, конечно, плохенько, но уже это. Попылесосится еще все хорошенько, я думаю, будет нормально. Постелили они вот уже ковер, скобочки ставили. Здесь все на место. В общем, сейчас установим сиденье. Надо будет снять вот обшивки еще вот эти все, поснимать. Вот это все подклеить. Тоже сейчас снимем. Ну, сейчас пересоберем здесь, чтобы уже салон не валялся, не пылился. На месте стоял. Ну вот будет такая часть сегодня. Ну, не сегодня вообще, вот такая часть будет. По сборке, так сказать, салона. Подсоберем салон. Также сейчас покажу еще кое-какие запчасти мы уже привезли. Мы их не показывали, но сейчас покажем. Пойдемте. Так, вот решеточку привезли. Нету, правда, вот этого значка и вот этого. Ну, придется покупать тоже. Хотя надо сейчас у Максима это спросить. Более-менее. Также фары сейчас покажу тоже на него. Радиатор привезли. Помыли его уже тоже весь. Он грязный был. Вот старые фары мы уже сняли. Сейчас покажу, пойдем. Ну, новые. Ну, в общем, новые тоже там. Кстати, вот эту, когда сидушки ставить, вот эти не забудьте. Вот я не помню, как-то там втыкаются. Маховик вот привезли также. Можно уже будет мотор. В общем, почти все недостающие запчасти у нас есть. Ну, сейчас соберем вот внешку, грубо говоря, салон, фары, вот мы их уже помыли. Останется вот стекло тут одно выпало, надо вклеить нормально. И можно будет уже подсобрать его по внешке и по салону. Также привез, а где он у нас? Ну, в общем, насос гидроусилителя тоже там не хватало. Единственное, генератора у нас еще нету. Ну, найдем, у нас где-то должны они быть. Ну и, в принципе, будем собирать. Ну все, сейчас они там подсоберут, Андрюха с Мишанькой. И уже будем показывать немножко. Ставим сидушки задние. Все собрали, помыли, постирали, все. Все на месте теперь. Ковер, сидушка. Да, вклеиваем фары. Герметик, правда, уже подзасох вот этот старый тюбик. Не давится нифига. Я не знаю, надо разрезать его, что ли, побольше. Я не могу его продавить. Сильно маленький. Ну, дай круглый. Ты что такое-то? Стекла отдельно продаются, да? Ну, они, видишь, как вклеиваются в рамку, получается. Она рамка снимается, можно фары помыть. Ну, все, одно готово. Сейчас надо прожать его маленько все равно. Ну, вот на этом-то, я думаю, будет приличнее держаться. Так, ну вот, фара почти что собрана. Так, тут защелка только одна на ней. Вот так маленько положить для вида. Тут надо все скручивать. Саморезики. Не, сейчас вот на фаре можно придавить ее. Стекло хорошо. Во, все. Фары готовы. Теперь у нас серый Мерседес будет с фарой. Ну-ка пойдем применим. Ну, вот другой колор, да? Ну, ладно, пусть присохнут. Еще тут их надо потом скрутить. Так, ну что, давайте эту часть подведем к концу. Фары у нас мы склеили. Решетку еще там маленько подсобрать, ее осталось. Ну, она нам пока не нужна, мы ее не ставим. И сейчас мы его загоняем в гараж. Привезли вот мы двигатель уже. И будем уже устанавливать двигатель. В следующей части вы уже увидите, ну, будем надеяться, что и первый пуск увидим, если все у нас пойдет с каечником нормально. Заходите в плейлист Mercedes 124 серый, да, заходите в другие Mercedes.
подписывайтесь, делитесь с друзьями, оценивайте, комментируйте, как всегда. Ну а на этом всем спасибо за внимание и до свидания.